Вы что, совсем охерели? Что это вы робите? Играете? С кем играете? А? С кем? Копаете? Знал, копаете? Ну, копайте, копайте, щенки собачьи, недоноски смердючие. Поховались? Теперь не сховаетесь. Под землей найдут и достанут. А ну, вылезай, кому говорю? А ну, вылезай! Кому говорю? Отвигайте, привыкайте, тупо пальцем подтирайте. Из назли попихаться, я вам что, хрен голландский. Был голландский, стал германский. Ладно, погнали. Не слухаешь мапку, послухаешь палку. Поховались тут, попрадались, свистоны, хлестоны, пионеру всем примеры. Козлотой, колесовы, благоловы, хихикаете, вам палец покажи, вы рады? Будя, прошли ты часы, отвлекайте, привыкайте. Чего сидишь? А ну давай, арбайтан, вас развожу, мотор. Тяни, у покойников зубы не болят. Год митунс. Нету тут ни хрена. Все. Я свое дело стал у магазине. Мне это надо. У меня есть. Алло. Алло. Берлин. Полные.
Батько, скажеш, коли він вернеться. Гляні, а нікого нету. Пожалей себе, синок. Коли мене не жалко, їх пощаді. Синок, Христом Богом. Сердце-то у тебя есть. Ну что вы, мама, все же идут, а я что? На! Ты что вы? Забей! Сам-то ты забей нас, чем ждать. И их забей. Учи их! Забей! Добрый день. Добрый. А точнее говоря, утро. Так. А пушка где? Где пушка? Ага, сейчас. А, сейчас. А это кто такие? Близнецы? Двойнятки. Однобрушники. О, светает. Так что? Рано. Коров погонят и начнем. Нам о, публика нужна. Анучка, что, сынок. Усе теплее будет. У нас нагреется. Да вы не волнуйтесь. У нас надежно. Ага.
як у піонерлагері. Молочка кисленького, хлопчики. Гуд. Аспид бешеной коровки нема? Да. Как же я знала? Заверяю, у нас с этим строго. Только по праздникам. И на поминках. У нас порядок. Командир кадровый, военный. Косач! Косач это косач. Близко не подходи, прогоните. Но и далеко не отходи, догоните. Бобок, помнишь? Какой бобок? Ну, бобок одноухий. Ну, который на посту заснул. Так косачий его даже и будить не стал. Ну, ладно. Стал, не стал. Смешно. Тихо. Поспать любят бабы ваши. А ты чего стоишь? Садись. А нечего рассеживаться. Накроить посвету, после костей не соберешь. Я раз так посадил, теперь присесть не могу. Представляешь, мать, осколок? Во, с кулак. Вот смеяться будешь. Вот сюда, в это самое место. Что же с коровами? Шмальнуть бы разок, ураз бы прочнулись. Божечки. Бабы, пойду! Все, пошли. Куда? За что вы его забираете? А ну, милый, вдохни. Давила, не давила, выгоняй! Куда вы его? Я же такой тихий, добрый. Никому до ноги не заступит. Каждому день добрый скажет. Люди родные, ты кто моего сына камнем кине? Швайна! Ты что робишь? Ну, руки! Пойдем, братика, проводим. Пойдем. Держи птицу, лежать тихо. Сорок. Форвард. А ну-ка, отойди. Отойди, отойди. Гляди, староста наш, Юстин, придурок. Ich verstehe nicht. Лёнечка! Сынок! День добрый. Иди, мальчик, иди мимо. Да ты ж со скурой дерешь. Что ж ты робишь? Нас живых.
Афёра. День добрый. Привет. Стул за мной не займать! Ты заглохни там! Утрамбуйся! Ну ты! Ну ты лицо давай повернись, ну! Ну ты! А что это у тебя, лицо? Ну, это у товарища лицо. О, это костюм. А ну, костюм, ходи сюда. Подожди, так, ляжь вот тут, вот. Вот так вот. Костюм, пока не снимай. Нет, эй, корова! А ну, поплотнися. Мамка пришла! Кончай переход! Не тяни ты резину! Спокойно, тихо! Одна пластинка засталась, она у всех! Тратьте разные, сдываю! Так... О, батя наш пришел! Спокойно, тихо! Вот человек, в новом костюме пришел! Лёха, ляжись! Махнем не глядя, живого снял! А Мося, товарищ, над снова! Ага. Фамилия? Гайшун, третий взвод. Почему не стрелял? Я узнал вас, товарищ командир. Раз не остановился, не назвал пароля, идет, бей. Так я ж... Не имеет значения. Наряд вне очереди. Спасибо. Ушел, ты не видел? Пароль! Пароль тебе говорю! Идиот. Филин. Зараза. Иди спать, Семена. Противника под угрозой фашистских бомб. Лёха ночью выполняли
ждать от вас не будем. Время наступает тяжелое. Что такое блокада? Старые партизаны знают хорошо. Это и есть тотальная война Гитлера. Война на полное уничтожение. Наша задача удерживать до последнего участки, которое командование определило для нашего отряда. Но обстановка сложная и будет меняться. Поэтому и сам не зевай. У тебя в руках винтовка, а на плечах голова. Или, как говорит наш начальник штаба, прожить и не сказать. Эх! Это не по мне. Я говорил и говорю. Партизан не спрашивает, сколько их, фашистов. Он спрашивает, где они. А они пока здесь, на нашей земле. От каждого, от тебя каждого зависит, сколько она еще протянется. Война. Русам никому стать не дадим. Никому. Главное их оружие – страх. Превратить тебя в раба. В насекомое. И раздавить. Заставим их самих рожать. Будем беспощадны. Они того заслужили. С каждого из нас спросят, что ты тут делал? Кто болен? Кто не может идти? Стесняться не следует. Все равно оставляем бойцов для организации запасного лагеря. Нема больных! Нема дурных! Вот тут у меня не... Что там у тебя? Вот и зусим поползли. Поменяйся с новеньким. Он остается. Отряд. Обзводно в колонну по 4 за мной. Шагом. Марш! Шиша! Ты солей, хлопцы! Давай, давай, слыхал? Командир сказал. Давай, давай, ходи. Дальше! Не отставать! Thank you.
Так и зовут Флёра. Флориан, имя такое. А тебе? А я Роза. Роза из колхоза. Слыхал, может? Роза, а ты як сюда попала? Везли в Германию. Попала сюда. Спасли. Косач. Слухай, Роза, а чего это ты там выфронтилась, як на фест? А? Где? Там. Ну, сегодня, перед строем. Не, серьезно, я не зразумел. А? А, Роза? Меня зовут Глаша. Глафира. Понял? Дурак. Ты чего? А ты чего? Флёра. Чего ты здесь околачиваешься? Пожалели мальчика. Оставили. Косач пожалел. Мяне? Пожалел, пожалел. Як бы я кого не пожалел. Он может иногда. Только потом кричит во сне. Косач, кричит! Ему не жить. Я тебе говорю. Брешешь ты все. Врешь. Врешь. Почему ты молчишь? Почему ты не видишь меня? Я же есть. Существую. Вот я. Это ты не живешь. Птиц не слышишь. Глухой. Слепой. Вот же я. Вот. Я любить хочу. Рожать. Слышишь? Я ради тебя все, все могу. Хочешь, я взорву себя? Не надо.
Дура. 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 Я, у меня 60 патронов. Граната. Винтовка самозарядная. Я воевать сюда пришел. А вы меня за придурка держите. Косач, косач. Я не косач. Ты что, чмурала? Ты что? Ты чего? Да чего ж ты, Флёра? Настоящий Флёра. Я тебя обидела, мальчик. Опять? Не злись. Опять? Что это? А, это бобры рвут. Может, что их плотину зацепил? Что это сегодня все рвут? Гляди. Катаю уж. Висите. Хочешь, забью? Отдай. Ты что, отдай? Глаша. Oh.
Глаша, Глаша. Завтра маму зрадується. Як прийде, сховаю усіх. Знаю місце. Мені сестрички смішні. Знайдемо отряд, косача.
сейчас. Ушли. Это садись, садись. Ушли. Теплый, не остыл. Ешь. Мама сварила. Ешь. Знаю, где они. Пошли. Балда! Пошли. Я не тут. Близко. Thank you.
Да ныне далеко. Бежим.
Оставил меня в болото! Он глухой! Он ненормальный! Ненормальный! Глухой! Оставил меня в болото! Thank you.
Ну як? Ну нахрена йому нос? Він же ж сицилійцик. І сухорукий. Припадок. Я змуди. Ага. Я вимочалка, якщо на той майні оторвала. А що ви зробили з ним, щоб поймати? А у нас був панахряд. Так мужики його голий жопить у муравейник. Ні, ти ми самим місцем на скварду, без маса, як приліп. Ви спрашуйте у баб, що із ним робить. Ну что, лепить? Давай, присобачивай. Хай послухай, что про его люди говорят. Мягкие у тебя волосы. Мягкие, как у дитяти. Теперь вся фигура на лицо. Ну як? Обмажь його дерьмом. А де ж його взяти при нашій бідності? Ну та ти витягни йому язик. І бородавку. І учи дедушку кашлять. Я їх уже штук 5 ставлю. Ну як, хлопці, усе? Все, готовий. Ну ладно, йон у мене погорланить. Пошли. Гадина. Фу, гад. Вернем. Не бойся. Придем с операцией, вернем. Ну, отдай. Да что вы с него хворого робите? Крепкий отмацак. Пришли с нами, хлопец. Волка ноги кормите. Знаю, я тут один складик недалеко. Вставай. Вставай. Сыночки, родненькие, не покиньте нас. Да мы что, алименщики? Только под вас тетка убегать. Ну ладно, хлопцы, что вам принесли на этот раз? Заказывайте, як у столовки. Лена! Ну, соли! Дяденька, молодец! Кого? Бульбы! Лукаш, хлеба добудьте, а то выползите тебя ближе и назад. Разве ты знал, что так будет? Ты же не знал. Флёра, посмотри на меня. Скажи дяде, что мы его ждем. Нет, это я виноват. Я.
старый складзики. Ноги, блин, ноги! Носите мою Женю! А кто знал, что они уже тут? Пошли за шерстью, а вернулись стриженные. Так вам, обормоты, а то разъявились, складики подавай. Ну что ты таскаешь этого психа? Немцы догоняли, отобрать хотели. Не было бы его, и мы с тобой не познакомились. Задел бы ты у своим бобруйску, у Красиновой лавки, а Глеб Васильевич на своем болоте, у Ленинграде. А во была еще история. Як у нас у Сполску один змыло самогонку гнал. Чому ти все рік? Ага, як у того Горбатого спитали, чому у тебе спина вигнутая? Зато у мене груді вогнутая. Да, ви безнадежний оптиміст, Рубеж. Печить його надо! А що нам, плакать? Плакать без нас, Йоскому! Ему сказала, каб знала, не рожала. Заряжай, заряжай. И он у меня не погорланит. Скорей, давай. Во, я уже трошки брухатая. Не щекотите меня, то ахну на всю Европу. Ну стой, гад. Не так страшно, черт, как его малютки. Пошли, пошли. Вот бы поглядеть, люблю кометь. Ладно, пошли. Небагато. Эй, евреи, стоял в вайтер маширан. Ну что, рискнем еще раз? Как говорит наш рубеж? Слухайте меня, и беда вас не мине. Пошли. А может быть, подождем до ночи, а? Там люди с голоду дохнуть, а мы стоим тут. Ну давай, давай, не задерживай. Немцам ехать надо, ты задерживаешь. Ух, ё-моё. Ну давай, давай. Thank you.
Амос і я давно не бачилися. Як же без мене? Я тільки політаю над вами, пришлю гостинчиком. А можемо за клітки прислати з люльками. Давно не каталися. Ложись. Вось так. На небе п'ють, а нам бутылки сдавать. Стой, дядя. После продолжишь. Это кто? Кто тут? Тихо. А ты кто? Полицейский? А вы хлопцы? Ладно. Застегнись на дуге. Это Каменка. Да что, хлопцы. Это Баушонка. Тут же немцы. Два дня не отстали. Хлеву не запертый? Не. Сейчас выведешь нас. Разом с коровой. Понял, дядя? И не уздумай, Джо. Выведешь, можешь назад бежать. Все делать быстро. Весело. Сейчас. Раз надо, так надо. А, люблю сознательных. Флёра, не спишь? О, дверь у тебя скрипучая. Надо бы смазать. Что это немцы? Собак не постреляли? Не порадок? А, ну вот. И ты белый, и корова. Чем вас накрыть? Я возьму ухать. А? Винтовочку? Не, это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень. Его зовут. Запомнил? Вот тут навоз. Поваляйся. Так. У тебя какие чин? Звание? Что вы, хлопчики? У нас не полиция. Самооборона. Хай-яй. А, ну теперь пошли. Только быстро. А то... Жонка твоя заскучали. Двор. Пошли. Не верти головой, упадешь. Теперь так. Поворачивай назад. Зруб на хаус. Ясно? И не гугу. Усё между нами. Ну тогда иди. Иди. Так и бегом. А то баба тебе заругает. Где теперь наш дядька? Вышел!
грубые колеса, хромовые. А может, он шукает нас, хочет нанять на моей. Добрая, милая, стой. Стой. Милая, стой. Ну, давай, давай. Сольемся мы с тобой. Вот эта житуха. Здесь грубеж.
На, пошел! Пошел! На! Что это? Что это вы делаете, товарищ? Все, некогда мне с тобой рассусоливать. Топор есть? Там корова, мясо там. Коня? Как же это, хлопцы? Там дети! Люди с голоду дохнуть! А мы что, не люди? Люди воюют! А вы на пеше сидите! Ну и сиди! Гляди, что они сделали. Видал? Тихо, сынку. Тихо. Сюди я еду. Чего ушел сюда? Ремень и мундир сюда. Ушел сюда. Хоть ты, быстро. Какая деревня? Переходы, якая, переходы. А, у нас есть двое с такой фамилией. У нас вся улица на переходах, и ты будешь переход. Чуешь? Ага. У нас возле плотины такой вот утопился. Ты будешь замес его. Как его звали? У тебя есть мать, сестры, братья, семеро. Ты что? Ага. Ольга, Катька, Федя и малая Сонька. Запомнил? Ага. Мать твою зовут Фёкла. Переход, Фёкла. А тебя зовут Женька. Запомнил? Понял? Утекаем. Скажешь, пропал. Совсем пропал. Где пропал? Где? А, нет. Чёрт. Пойдём в мою хату. Скажешь, ты мой внук. Зовут тебя Митрепан. Зрозумел?
это родня моя, невестка, переход Аксиня. Сестра прозины с детьми. А это мой зять, что там вот Казик. А это сестрины дети. Лима, Рая, Зойка, Вика, Вероника и малый Борис. Мы тоже до людей. Это наши соседи. Марья с детьми. Люся, Прося, Феня, Ива. Все ясно. Снова будут хапать у Германии. Кого хапать? Тебе что ли? Du kommst im Dachboden nach, ja? Sprechen Deutsch? Ich? Ja. Und du auch? Sprichst du auch Deutsch? Danke. Los, heim mit dir. Was ist denn hier? Oh, Partisan. Просто полная!
культура. Культурная страна. Всякий, кто отъезжает в Германию, должен с собой иметь зубная щетка, порошок, утазин, мыло, полотенце на каждый член семьи. Прежде и овощи брать с собой запрещается по избежанию заражения Европы. Stelle ich nun den Tod fest, dessen Ursache tiefe Steckschüsse durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kugeln im oberen Brustkorb sind. Und ich möchte hiermit betonen, dass auch diejenigen, die die Befehle der deutschen Wehrmacht nicht ausführen oder sonst ignorieren, mit seinem tödlichen Ende rechnen müssen. Merkt euch das auch weiterhin. Herr Major, ну, добро пожаловать, сябры! Ah!
интересуетесь, купления! Thank you.
портфельщиком. Ох, интеллигенция! Интеллигенция! Noch der Sprit! Ja, das muss nass sein! Was wird fackeln? Zum Totlachen! Thank you.
Разойдись, кому говорят, разойдись! Вальтерштайн, майор СД, 15-й Айзенхаманда. Это фюрер. Он давал приказ. Ich bin ein alter Mann und dazu noch krank. Он старый и больной человек. Es wird mein Wesen zuwider, jemanden zu beleidigen. Он никогда никого не обижал. Meine Familie, beispielsweise mein Vater, wir alle haben diese Prinzipien niemals verletzt. Его семья, он, его отец, они всегда придерживались определенных принципов. Auch habe ich keine bösen Gefühle zu eurem Volk. Der Krieg allein daran ist schuld. Der verdammte Krieg. Он не питал плохих чувств к вашему народу. Was? Ich habe keine Menschen erschossen. Und? Nicht einmal einen ein Haar gekrümmt. Und никогда никого не убивал. Und даже Мухи не обидел. Alle, die anwesend sind, können das bestätigen. Это могут подтвердить все присутствующие. Надеется он. Ich bin wirklich alt und krank. Ich sollte in den Ruhestand treten und für Kinder und Enkel Sorge tragen. Он действительно старый и больной человек. И мне пора бы на покой. Это он говорит. Ich bin mit Enkeln reichlich beschert worden. Mit solchen, wie diesen da. Он хочет заботиться о детях и внуках. У него много внуков. Таких, как вы. Jetzt aber ist Krieg. Und keiner ist daran schuld. Но теперь война. И никто не виноват. Сказал этот немец. Хунт! So eine Sau! Eine typische Deutsche! Du! Scheißкерл! Это я. Я вам сказал, без детей выходи.
что без детей можно? Это фашист. Палач. У него сердца нет. Да. Это я сказал. Без детей выходи. А детей оставим. Ты besetz. Ich hab so gesagt, weil alles seinen Ursprung in Kindern hat. Я так сказал, потому что из детей начинается все. Ihr dürft nicht existieren. Вас не должно быть. Nicht jedes Volk hat das Recht auf Zukunft. Не все народы имеют право на будущее. Слушать. Всем слушать. Minderwertige Rassen sind es nämlich, den Bacillus des Kommunismus gebären. Nische Rasse платят за разу коммунизма. Ihr dürft nicht bestehen. Вас не должно быть. Und die Mission wird erfüllt. И миссия будет исполнена. Heute oder morgen. Сегодня или завтра. Heute oder morgen. Это он сказал. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы не немцы. Мы больше не будем. Простите нас. Мы не будем. Мы не немцы. Не немцы мы. Немцы, немцы! Вы что? Забыли, что они сделали? Это людоеды. Их убить мало. Мы не немцы. Не немцы. Не немцы. Не немцы. А что ж ты, сволочь? Нас оставили! Они нас оставили! Мы не немцы! Не немцы мы! Не немцы! Смерть фашистским гадам! Смерть им! Смерть! Смерть! Ну так ты сейчас вместе со своими это и проделаешь. Дай сюда! Ай, дай! Миша! Я свой! Я наш! Положи! Я свой! Я свой! Я свой!
Давай, уходим!